около 3 месяцев. Вот они. Сейчас вечер. Кормить будем. Насчет кормов. Мы поменяли корма. Много видео смотрела на несушку. Ну, обычная корма для кур коричневых, несушек. Вот, решили давать перепела. Кушают они хорошо. Ну, все съели. Съедаем, но я здесь побольше не захожу, чтобы хватало. Но яйца. Здесь у нас получается 9 курочек, 2 яйца. Здесь у нас 5 яиц, а 12 курочек. Ну, совсем вообще мало. Тем более вот какое-то все раздавленное, скорлупа у нее, вся хлипкая. Кошмар, короче. Да, вот здесь вот минус 1 курочка у нас. Получается, самец слишком какой-то был резкий. И прям скальп ей сорвал. Я не снимала на видео, не до этого было. Вот, я посадила там загончик один. Вот у нас такой загончик, здесь бройлеры жили когда-то. А вот здесь прям окошко. Вот не знаю, либо ворона залетела, либо куры, может быть, залетели сюда. А может быть, сами перепелки перепрыгнули через вот это окошко и туда в курятник. И там уже куры совсем расклевали. Она так 2 дня продержалась, думала, может, выживет. Но там вообще был капец. Просто. Череп, видимо. Вот. Ну, она умерла, я собакам отдала. Жалко, теперь здесь вообще 9 курочек. Ничего. Яйца, ой, вот здесь тоже был фонтан. И мелкие какие-то начали нестись. Вообще даже нечего отобрать, чтобы продать. Ну, как продажа у меня так себе, конечно. Одна женщина берет каждую неделю 2 десятка. Ну и сами немного. На Авито выставили. Пока просто в избранное забирает и все. Так никто ничего не звонит. Садись и просто угощаем. Все. Яички. Так, дальше. Фениксы. Фениксы все так же живут. Вот курица. Тут самая наглая. Бесит меня у себя. Либо выскочивать, либо клюнуть. Вот остальные все нормально. Это бешеная какая-то. Так, сколько у них здесь яиц? Вон, неудобно, потому что несут они прям здесь. Чтобы тянуться туда, клюется. Вот, вонючка. Идите отсюда. Сколько? Вот, и чтобы дотянуться туда, надо приходится палочкой немножко подогревать. Ай, кусачки такие, капец. Так, раз яичко, 2, 3. 3 яйца всего лишь, кошмар какой-то. Так, я посчитала, здесь вон 4 яйца лежат, а всего здесь 8 курочек ходят. Петушков все так же 5, 2 их надо все-таки зарубить. Ну, палку пока нет, пока пускай живут. Ну, какой он горластый. Освещение вообще никакое здесь. Ну, так немножко можно. Так, насчет какашечек. Вот здесь я просто их подметаю, они здесь сухенькие, хорошо идут. Так, яйцо пока заберу. Здесь они получше яйца, но все равно мелкие. И очень быстро они как-то лопаются. Они, наверное, ходят по ним и грязные постоянно. Так вот. Так. Сейчас у них надо будет прибрать. Это буквально за 2 дня они накакали. Ничего. Куда от этого деться? Такие вот они красотулечки. Ну, а на этом все. Вот такие вот у нас будни. Сейчас я их буду кормить, поить и яички забирать. Вот. А, еще, скорее всего, мне кажется, что это не только из-за корма, а еще из-за жары. У нас плюс 35. Тут не знаю. Кто знает, может напишите в комментариях. Вот. Ну, все равно скорлупа-то тонкая. Надо менять корма обратно на перепелиные, думаю. Сейчас попозже купим нормальные кормишки. Да, горластик? Вот такие вот. Ой, закурлыкали. Все, они уже видят, что я корма принесла, кушать хотят. Все, всем пока-пока.